Пошли, трэш. Все, можете, можете кидать, можете кидать. Маните там. Я... Пошли, трэш, блядь. Да быстренько за час эту хуйню закрыть. Так, ша, погоди. Настрою под себя. То, что тут ТГ убиваем, это вообще хорошо. Надо на постоянку уходить. Нет, да выпадет какая-нибудь шмотка. Хуёво, конечно, падают шмотки, но, блядь. Такая игра, блядь. Я вообще, кстати, не понимаю, как люди в Диаблу играли, когда там шанс 0,1, блядь, шмотки выпадают вот эти. Ходили, убивали до последнего. Вообще жесть. Ну там как-то от времени не зависит, там есть такие способности, что можно по КД просто инст, как не знаю, как все домой ходить. Раньше просто за неимением ничего, ты как бы довольствовался то, что у тебя есть, а сейчас все есть, и, блядь, нехуй. Да. Начинаем ныть, нахуй. Да. За раньше, когда те играли со словарем, переводили там игры английские, а сейчас бы сразу бы это, ну нахуй это все. Натуре. Не, ну вот есть игра, например, как-то мне однажды захотелось этот космический симулятор какой-то поиграть, ну леталку какую-то, блядь. Я ни в чё не играл, ну и скачал что-то, попалось там что-то Everspace, блядь, Everspace 2. Ну, что-то зашел, нихуя, корабль, блядь, все летает там в космос, вроде нихуя, астероиды, блядь. Но мне не понравилось то, что подача сюжета какими-то картинками ебаными, блядь. Ну, просто комиксы какие-то нарисованные. И вот у меня с этого жопа сгорела, я просто перестал играть. Ну, вроде бы леталка, летаешь, там, заебись, звезды, все, там, планеты, блядь. Ну, там она еще в какой-то версии хуёвой, там, бета-тестирование, альфа-тестирование. Ну, какой-то там неполная версия игры. Вот если бы сюжет подавался хорошо, типа как... Не знаю, с чем сравнить, с таким космическим. Вот как со Старкрафтом хотя бы сравнить, со вторым. Вот Старкрафт 2 я играл. Я его играл два раза. Один раз какую-то неполную версию, чисто первую кампанию. А второй раз я уже что-то купил его где-то на Стиме там или где. И уже три кампании прошел. На самой легкой сложности там. Вот прям... Образец, какая должна быть игра, прям вот эта прокачка вся, прям, блять. А разве близы синематики не придумали в игры вставлять? И синематики, и вот прям подача сюжета мне нравится. Вот если бы хотя бы такая, да, хотя бы мультяшная подача была бы в этом Everspace, типа, чтобы был сюжет, а не то, что там какие-то картинки, блять. Я не помню, там была вообще озвучка или нет. Похуй, что ты на корабле летаешь, но ты, сука, сюжет-то хоть подай как-то нормально. Там мобы были с той стороны. Такая вот хуйня. Мне перед это боссом надо будет это умело настроить. Я веду мобов. Умиван на этот, как у нас, на печать Мактеридона? Не, мне затмение проки нужны. И вот это вот лунный огонь, волшебный огонь, рой насекомых, прочая мелкая хрень. Мне просто надо, чтобы оно у меня перед глазами было. Да, я очень ленивая. Да, у меня тоже так же на свете. И же стандартные все русские оповещения. Да этот моб убежал, блядь. Чё за хуйня? А может одного из трёх хапалов варпала? В смысле три хапала? Бурябай хапал, Вархель, Айнур. Бурябай... Бурябай ещё в ретрика придёт. Так, только не пульте мобов. Сейчас я эти поставлю метки. Блядь, там моб ещё не мой. Какие-то плюсы на кубы и сам сейчас накинул. Кто там РДДшники обычно стоят?
локов с магами шли. Локи и маги чистые все. Заколебали локов уже. Так, гриб-батон. Потому что у вас порталы есть, солнышки. Спокойно потамажить не дают, блин, какие-то метки тяжелые. Порталом держат. Вообще никогда не пользуюсь. Когда... Я тоже не пользуюсь, стою в метке и радуюсь. Учитесь. Да там просто подбегаешь и все. Да, там даже порталы не нужны. Да. Ренжа хватает, боже, в середине стоит. Два носка. Бонсай стоял на купах? Ну, в обычке только. Да то же самое, прикол, только теперь ты куб прожимаешь прям в точку. Только куб прожимается, когда надо. И все, шестеренка это появляется только когда надо на него нажать. Все. В другой раз посмотрите. Заходите. Значит, в точку. Заходите сюда. Этот рарник, значит, на трэше, Эвилаша, я и кто еще там? Блять, а кто еще танк нахуй? Что за хуйня? Танк у кого есть? Ну нету его, он на присте. Танк, танк есть у тебя, Титикака? Да, есть. Хороший. Трэш вытанчишь? Ну да, уже танчил. Давай тогда ты будешь трэш. Так, Биг Дэма мы куда? Мы сюда. Так, ты тогда трэш, этот частицу на Титикаку. На боссе первый Войд, второй Вилаш и третий Рарник. Блять, опять паровозы ваши. Короче, вот вам рыба. Сука, ебучий поезд. Угу. Где этот крушитель? У кого есть плакальщица, Сильваны? Юзаните, пожалуйста. Да, хотя бы пение послушать, а не вот это Синдоре. Вот. Синдоре! А откуда ее выбивается? Не с квеста? Шеймом она, по-моему. У кого-нибудь есть власка на СПД? Есть, да, на СПД, но ЛКшная. Кидай, ЛКшная, берите, похуй. Чё два носка говорил? Если... Хотя бы ЛКшная. Обмен мне можно кинуть. Если ЛКшная на дримбаток, а обмен и это... Блять, долго, ребята, долго. Время проёбываем, пизда просто, блять. Похуй, хотя потом... Уже на груле выпейте, уже давайте, нажимайте на... Спасибо. Викторка. Я просто не очень часто на этой сове играю. Все, блять. Она вообще мужа. Блять, блять. Че он там, блять, заблудился? Видели, моб заблудился. Покикайте исцеление, пожалуйста. Ой, ты говоришь очевидные вещи. Ну, но все равно не кикает никто. Я кикаю. Вот сейчас не кикнули, блять. Ну мобов-то 5, ладно, я один. Я посижу тихо. Это, паладины там по Вихторке боб, там по Бонсаю боб, блять. Не проебите только ДДшников на этой хуйне. И ауешьте сильнее. Чтобы мы будете растворились уже. Где ваш ДПС? Блядь, меня зафиляли. Минута до активации. Не успеваем. Это не то, что раньше, блядь, 245, смотрите сюда, ходите. Когда босс выходит, а ты еще трэш не вычистишь? Угу. Большого, этих больших добивайте тоже. Припоты еще выпьем. Если есть, конечно. 20 секунд. Добивайте, не стойте, блядь. Где ваш ДПС? Чё, не бьете, что ли, два моба? Ну, пиздец вы, конечно, кадры. Я понял, блядь. Понятно все. ДПС резко пропал, да? Давайте Геру. Так, кому там?
история. Ну вот с этой печатью там не забывайте, не слакайте, не кастуйте силы. РДД. Скоро будет это, как называется, блядь. Скилл, подойдите под ромби. А, все, 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 лужу прошла. Давайте по кубам вставайте, скоро кубы будут. Так, нажимаем кубы. Трусы, трусы. Трусы бегут. Быстрее где-то. Бегите, быстрее, блядь. И бежит. Два носка, ты если что на кубе, блядь. А, охуенно. На треугольник. Я только сейчас увидел. Этот рарник забери. Забери, сейчас ты должен быть после Вилаши. Что такое эта хуйня? Или я не забрал? Мобо убьем? Да что-то мы запутались. Или нормально? А уешьте мобо быстрее. Свичнитесь все в мобо. Сейчас тактику будем типа рассказывать. Типа, это что, громкий голос, конечно. Да, типа, тише надо сделать. Так, классный сейчас... голос. Ну, Рарник, дай мы сокру. Не спалите эту хуйню. Уж он так хорошо режет. Печать 5 секунд. 3 секунды. Быстрее вешайте мобов. История сдохшая, блядь. Друид инвалид, рез их историю. Два моба быстрее добивайте. Станы им дайте, гнев небес там, блядь, сало. Каску лапу пристабав по друиду. Моба месим. Ай, сорвал. Не сорвал ты хитрость. Кубы. Пышка. Yes. Нажимаем кубы. Все, отпускаем. Прохилься, ромб. Я в луже. Выходи, выходи, слушай. Поздно. Я резко схожу. Не, давай. Пока в центре бьем, мобы копятся. Все, подводи, Вилаша. Рарник заберешь уже, подводи к этой хуйне. Все, подводи теперь к мобам, фулла уедаем. Первый стан Титикака, второй... Этот... КД. КД нас... Так, стан надо давать, когда у них мало хп. Вот если у Диминишенки словите, будет хуево. Вот еще стан Локи, наверное. Ладно, добивайте просто трэш. Быстрее добивайте. Кубы готовьте. Вспышка 5. Возле кубов стойте недалеко там. Подойдите к ромб. Добейте его. Хуже. Кубы кас. Бесы. Прожимайте кубы. Все, отпускайте и фулл ДПС по боссу. Без. Пускай копятся. Потом. 52% аккуратно. И это, к звездочке бежим. Песа потом добьем. Все, подбегайте к звездочке. Сейчас тот портал исчезнет. Сейчас не босса, а сейчас бесов бьем. Они сейчас подбегут. Все, идем. РДД заливаем. Только в лужу не отлетите. Сейчас не зыбку нам. Биг дэм гим на хп, да. Вилаша, давай не зыбку. Фулл ауе по бесам давайте. Ай, наверное, массакру, да.
Чё там ману резать? Бидон ставь тотем, Геншин гибнет ману. А, у него КД. Биг демо тоже. Короче, так, там руками порезать обус. Я под отца на всякий инер кинул. А чё вы дохнете, блять? Вы мне расскажите, пожалуйста. Не прохил. Геншин, давай на хп. Не стойте в лужах, блять. Новоиспеченный хулипал. Локи, ну похищение жизни кастуйте. Я хуй знает, что вам еще сказать. Мы так сейчас выпнемся нахуй. Ну, типа. А на вен сухой. Это вы похлопали печати нахуй, и теперь весело, блять, нам. Буребек, Буребай, хиль себя. Ретрики, начинайте хилить рейд. Вспышками своими работаем. А киса покастуйте пухи. Иначе рейд сейчас сдохнет. Вы сейчас всем подохнете просто, если вы не будете хилиться. Бидон сейчас сдохнет, нахуй. ГЦ, блять, хули. Бидона захильте. Охуеть вообще, блядь. Титикака после Вилаша забираешь. На простой хуйне выпнуться на манекене. Давай, тебя киса на постоянку хили же биг дэм, там что-нибудь читки кидай, там хуй знает. Все три ретрика кастуйте эту, как она называется, блядь. Все, два танка осталось у нас. Там точно зубы можно дать или не дадут, не вижу. Ты как, а сейчас? Можно скинуть? Сейчас по мне дашь? Сейчас да, по мне каплю, давай по войну. Ну и все ретрики оверхилим войда. Титикаки надо зубы чуть-чуть. Давай, Буребай по титикаки каплю. Как бичи какие-то, блядь. Ох уж этот посох. Так, сумка на кого бог пошлет, да? Сегодня это будет. Нет, у него нету. На мешочек есть. Тоже можно на кого бог пошлет. О, бигдем. Самое смешное, у меня вот все еще бичи босса. Удачи. Ну да, бывает. Расскажешь, когда добьем. Посох надо кому-то, это обоссанный. На трансмог. Надо прям на мейн? Надо прям на сову. Понял, принял. Этот оффхенд с дыркой. Дух крит. Надо кому-то. На аэрдру оденешь. Так, ткань, гридхаст, перчатки.
Есть время, надо уплавить. Так, печать. Так, 100% и Вилаша у нас. Блин, Волк, крикни что-нибудь, потому что я твой ник не пишу. Гавр, ник, если что. Но тут по-другому. Две яшмы, блядь. Точнее, не две даже, а одна, нахуй. Вы там на этой хуйне не забывайте, печать Мактеридона вешается, когда не надо кастовать, потому что половина маны вашей зажигается и вам урон наносится. А на второй фазе еще там уешка идет. Вы от этой хуйни подохли, как бичи просто. Хилы подохли. Все остальные падать стали. Не хилитесь нихуя, смотрите, два хила живых, дамажите, даже не думайте из себя похилить. Как только вам начинаешь говорить, вы начинаете хоть как-то играть. Бидон, ты как всегда. Рахель, извиняюсь, он меня словил пинг. Вы у меня били босса, когда уже рулили. То есть вы уже рулите, а у меня все еще босса били. Ну понятно, хилы лагают, надо походу 6 хилов спать. Это у Рависта проблема с интернетом просто. Тогда давай, это, чиль, короче, в ретрике, Бурибай, блядь, спекайся в хэпала, нахуй, чтобы на так, сейчас на королях такой залупы не было. Понадежнее, чтобы вдруг он опять вылетит. Аликазам. Да, ты, вот я про это тоже думаю. Так на королях пускай они вдвоем хилят. Это ж короли. Вдвоем там Бурибай, я и Навен. Третий куда? А, ну третий, ну типа... Пускай в ретрике чилит спокойно себе и все. Он же там квест какой-то делает. Ты квест, кстати, взял, там полутал всю хуйню эту. Да. Теперь гуляю убить. И за это. Большое спасибо. Кстати, Войд. Того можешь пока в гильду выкинуть. Так. А, окей, мне надо будет запись эту подтвердить у черного. Давайте шкаф. Значит, чуть сейчас позже. Сейчас дам. Так, тут у нас хуёво, конечно. Ну, да. Ой, попробуй еще раз кинуть. Пишет уже состоит. Потрясающе не состоит. Сейчас я попробую через поиск. Тыкайте на эту хуйню, на сумон. Если что, кто сумонит, тоже может тыкать на пару. Я тебе запрос кинула, прими так. Так, где его там смотреть информация? Вот, два запроса, нихуя себе. Фурик какой-то. Вы не можете приглашать противников, блядь. А ты пишет, уже состоит в гильдии. Такая вот хуйня. Да, ты уже состоишь в гильдии, а Фурик походу альянс. Пошли, я громил вы двух остальных. Интересно, в какой ты гильдии я состою? А хуй знает. А ты выходил из гильдии? Ну, относительно.
Ну, у тебя, может, ХДР висит. Восстановление персонажа. Там есть ХД? Блять, моб убежал, я вас слушаю, там он захуярил уже троих людей. Вообще козел не мог. Вот что значит отвлекаете человека от работы. Какая почта, блять? Вот вы сами подумайте, я стою, танчу, кидаю в мобайл пешки. Какая может быть почта, блять? У меня не 100 рук. Поэтому... Что такое почта? Ну, почтовый ящик. Там присылают косарь голды на 500 ИП. Ну, yes. ИП. Так ты видите правила, после рейда всегда будешь проверять и все. Как бы все в курсе. Ой, тогда будешь босса танковать, я тебе... Почтовый ящик? Хорош. Ну мне знаешь, у меня сегодня ответственный босс, блядь. Мне кажется, мне надо будет приста танковать. Или Вилаша. Не, Вилаша пусть на Локи чилит. Не хочу на Локи чилить, я Лока не люблю, пиздец. А Вилаша любит. Ну, мне кажется, что любит. На двум палам вообще хуевая работа досталась. Сколько там у Титикаки ХП? В принципе, заебись. Эти как, наверное, будет фаера танчить, рарник двоих, как обычно. Бонсай, ты тут, Диси? Новый какой-то маг. Мне? Я что, где? Короче, надо, чтобы... А, знаешь, что это может быть, это, хилая? То, что тебе уже кидали мы же запрос. Поэтому у нас типа пишут, что ты состоишь в гильдии. Ты же типа подозрительный этот... У тебя же было сначала. Ну я-то подтвердил эту хуйню. Ну, посмотри там запросов, я не знаю, в принципе. Либо вот это вот исправление персонажа. Типа есть такой баг, что если у тебя есть подозрение, что ты типа у нас в гильдии, но не в гильдии. Окей, потом разберусь. Так. Войта, какую для кожевки взять лучше всего заплатку на саппорт на танка? На танка? Ну вообще все пригодятся. Ну, на данный момент, допустим, что Синдра это лед, тима пока не надо. Потом огонь это будет Джайна. Аркан это будет робот в гере. Ну и соответственно остается еще тьма, это будет соляра в гере, а природа это будет где-то ЗС гер. Ну короче, сейчас лед. И Джайна. И лед, и огонь. Ну и то, как бы, блять. Этот самый Вилаша череп. Титикака крест. Я Луну. Рарник. Звезду с треугольником. Давайте по хилам как-то разберемся. Короче. Бидон. Твой щиток на Титикаке. Буря. Айновен. Частица на. На рарнике хилишь Войда. Бурибайн частица на Титикаке хилишь Вилашу. Ну, остальные два хила там так. Это гимны не сливайте без команды. Гимн сольем первый с тотемом и второй постараемся тоже тотем подождать. Ну-ка, блять. Сейчас я добавлю тотем ДБМ7. Тотем. Сука, быстро бы это сделать. Бля, где эта хуйня заклинания? Боссы. О, блядь. Вот оно. А, я сейчас хуй найду, ладно, похуй. Потом.
Буду спрашивать тогда у Бидона. Здесь... Может, у нас магов по патям разных раскидаешь, чтобы мы пати декурсили, если что. А что, вот вопрос, вы пати не видите, что ли? Или что, только свою пати видите? Ну, у меня да, у меня Дон не стоит. Ну, это очень хуёво. Эйя и Бен Сай, у вас стоит Дон? Мне надо перебутать еще. Чтоб хиллбот включить. Ну, блять, ёбаный в рот. Ну, хиллбот или вахдул, без разницы. Понятно, блять. Вот я вас раскинул, блять. Диспельте. Этот самый Савада диспеливает, еще этот самый Эрдрушник там. Настрою. Только не спульте босса. Призан на Дрима, если что, есть алкашная. Вот сейчас что-то запросов нет никаких. Что, приняли что ли уже? Там можно удалить запрос. Не только принять. Ну, они куда-то исчезли. Значит, кто-то отказался. И я готов, Марк. Все готовы. Даю отчет, это только для танков. Погнали. Видите, как это где-то мне. Так, открылся Прочь. Крест. Не бить пока. Смотрим на агро. Сколько у него там агра? Агра еще 35, нахуй, всего лишь. Хуйня агра. Напулов нету нихуя. Так что не бить. Сорвете, вайпанетесь, блять. Еще раз говорю, не бить. Не бить. Не бить. Не бить. По-русски говорю. Не бить, эйя. Не бить. У меня тут нет дамага. Стойте, не бейте. Биг дэм. Туча сейчас пройдет эта хуйня, не сорви. А то будешь в толпе рейда стоять и вы ваншотните весь рейд. Так. Все потихоньку бейте, только не сильно. Короче, дал не зыбку, что-то я забыл про эту хуйню, ладно, похуй. Щепоглаз. Степоглаз. Луну бьем. Так вы станьте по-другому. Поближе к локу. Да я под слепоглазом стою. Он все равно откидывает. И где? Треугольник бейте. Велики тоже бейте, только смотрите, если отбегать умеете. Так, Бидон, ставь тотем, Геншин гим на ману. Захиливаемся. Ом. Лок открылся. Две собаки вышли погулять.
Диспелим проклятие хорошенько. У меня два. Сарарника тоже диспельте. Луки там заслон тьмы нажимайте. Ну давай, друид инвалид, ресы и на стрессы пускай побьют. Каску лапу пристабав повару. Овцу превратили. О, король пошел пиздец. Иди мне на что-нибудь дать. Все так же кигли. Давай биг дэм гимноману. Опять овцу, быстрее заберите, заберите босс. Баный кеглер, блять. А он стоит на... за этой... За... как он называется, блять? За стен. Короче, ясно, блять. По-моему, такая дичь именно с паладинами. И если я не ошибаюсь, эта хрень выделась через бабл, и его снятие прям макросом. А чё опять, если я в шипе? Либо ставить туда медведя. Медведь не превращается просто в овцу. Ага. Кот же был, кстати. Где-то. Ложитесь. Подбегайте под это, под ауе, под какой-нибудь. Ну, сейчас слепо глаз их ебанет. Ну, тут я с тобой поспорю. Ика не тоже хорошо танчит. Да чё, они целка хорошо танчат, собаку забейте. Чё-то два носка мало диспелов, 6 диспелов и у бонса это 11. Остальные там по 20, по 30. Ставлю рыбу. Призванный еще надо сум? Да, сум. Плюсон. Ага. Тыкнися. Починитесь там, уже все, то будете красным. Надо 2004 выбить на эту сову еще.
Эй, чтобы вас от треугольника от звезды не откидывало, вот тут вот стойте где-то примерно. Брей дуба, нет, лапа. Так, ну написано, все готовы, даю отчет. Погнали. Киглер. Угольник открылся, Киглер. Король, пошел погулять. Подержу короля. Там у нас следующий откроется, блядь. Крош. Маг открылся. Я, блядь, ДПС от вихрки вижу. Готовимся скоро прохиливать АОЕшку. А там кто-то не зыбку дал, ни хрена себе. Дети, как добавь массакру? О, подохли, бля. Иглер. Луд, Луда, Реса и Банца. Че там у Киглера сколько хп? 55, парасан. Че, тебя превратило? Не, скинуло. Убегайте только там, милики. Помогу там фулл баф. Ты по глаз. Ставь бидон тотем, геншин гимноман. Луда по иновену, иннер. Грибай там как-нибудь, держись. Поэкономь немножко. Смотрим, кто следующий. Полн. Лок. Давайте Геру фулл ДПС по локу. Парочку собак заберу. Ебать это. Пидорас, блять, ебучий, сука. Докастовал, блядь.
Лишь. Чё этого Кеглера добивать? Так, добить повести. Уже пора. Со своими откидками. Это... Как-то ману порезайте, я хуй знает, там слепоглазы, что ли. Геншин там, блять. Грибай, скоро, блять, высохнешь. Келлера добьете, сейчас побейте, обстрепоглазы порезайтесь. Палкой побей. Синюю джагу на него повешайте на слепоглаза. Мага бить. Ну пиздец. Инвалид реса и топ. С бомбами там разбегитесь немножко на рейндж, встаньте. Отведи немножко еще метров на 10 короля, чтобы он на уешке их не задевал. Вилаша, готовь эту. Т4 давай. Титикака добавь сразу в массакру. Типа класс. Нас ебаны. Добивайте лока все. Друид инвалид по себе, инер. Бидон, чё до тотема? Этот Биг Дэм гимноману давай. Уже похуй. Давал, давал. Ставь тотем тогда, если есть. А когда ты декурс? Когда ты? Когда ты давал, я же не просил. Лук умер. Надо, блять, с тотемом ставить. Крош. Добивайте мага там. Захилюемся. Ц
если по голосу остался. Добивать. Так, а что у меня по этому? ГМХМ. Может, за ГМХМ тоже и поднять, что 200-200, в принципе, нормально. Все, король остался. А уровню? Милики там отойдите. Всех миликов только мертвый Зукля больше всех дамажит. Но он мертвый. Друид реса его инвалид. Пускай бьет. Зукля, иди бей. Там, блять, тебя догнать, обогнать хотят. Он ушел, наверное, в ФК. Зукля. Смотри, не встает, нихуя. Он отошел, убил. Он предупреждал. Я понял. Сейчас, походу, он с толчка вернется, его еще призан не обгонит. Призан, у тебя все шансы есть, блядь. Сейчас аура кончится, их начнешь дамажить. 13 секунд. Еее, ДПС. Сейчас Зукля придет. А там, блядь, эта табличка это пропадет, блядь. Он там на собаках накрутил по-любому. На Локи. А, блядь, опять аура. Ну, хистории дал истерии, короче, ебаш. Только ложный выпад там нажимай. А, так у меня пес сдох, я-то думаю, чё у меня ДПС уменьшил? Да. Тотем есть, бидон? Давай биг дэм гимноману. Ты там на ману не отдавай сам по себе, потому что лучше с тотемом эту хуйню совмещать. Там потому что 20% пула маны это дохуя. А тотем он как раз в процентах резает ману. Пятой пачки. Купи вообще, если паладины под эту хуйню еще клятву свою отдают, это вообще пиздец, там ресается мана. Бидон же отдавал под гимн. Ну да, он отдавал под геншинский гимн. А второй раз он отдавал бигдема почему-то, когда я уже было. Я не вдвоем, да хуй знает, короче, не помню. Не, я отдал, просто говорил, там ресайте хилы ману, я отдал, чтобы у них маны было побольше. А ну стресс куда вылетел, он зайдет вообще? А, вон он пишет в логове Грула. Странная хуйня. А в Дисе вроде нет его. Ай, блядь. Ой, его в игре нет. Ебать, скучный босс. Манекен. Ага. Спать хочется. Следующий зато босс. На РДД не заскучаю. Там пиздец. Сука, у меня стоит... Было бы еще на РДД, похоже. По-моему, у меня стоит хрупкость. Я буду смотреть, нахуй, кто хрупкость стоит. Прям буду вам говорить, сука, кому закрывать, если не дай бог. И мы уёбки, да? Просто я вижу, на ком дебафа нету, буду говорить по никам, чтобы вы ходили там, суетились, руки закрывать. Ну сейчас вроде этих, дохуя этих, как они называются. Блядь, слава богу, убили. 3 года не пошло. А вы куда поспешили? Дайте хотя бы шмот-то забрать. Сейчас я сразу раскидаю. Пуха надо кому-то? Вообще никому не надо, я понял. Нет.
Так, дальше. Вот эта шапка точно на распыл. Ну или кто-то энха хочет одевать. Плащ. Это на какого-нибудь тирдру, на лудовского, да? Ну давай на оф. Так. И этот самый, и печать. Самое, что именно есть. Дальше у нас что? Бурибай нажимает сотку. А вы 50-ка нажмете, то вы, значит, на второй спек уже хотите, да? Там еще 5 человек, в принципе, сотку жмут. Так, вроде Бурибай, если не ошибаюсь. Из тех, кто нажимал сотку. Я есть еще. Я-то повыше пойду. А хотя хрен его знает, БКБ-то. Ну я ему уже 200 накинул. Пошли, пробегаем. Че, первый в жизни печенька, что ли? Буду, да? Знаешь, первый в жизни выпитая, наверное, печенька. Тут сразу добегаем, падаем, там диван кому-нибудь даем. Я только СС хотел сюда. Ничего, через полгодика докачаем 25 уровень. Будем уже давать масс-рез. Масс-рез. Уже будет веселая способность, которая резает всех. Чё, давайте шкаф поставлю. Китайский. Вставайте, с уму не павши. Так, ну стесаки, я не знаю, ну вроде не говорил ничего. Тоже не сработал наш? Ага. Китайский даже ваш. Не пробивает броню. Так, а так как ровист у нас лагает, надо, блядь, что-то придумать. Походу, только налогов они работают. 100% резом. Ровист, ты побегаешь под ебалом? Ничего? Может даже не бить, похуй. Главное, чтобы под ебалом был. Надо, ну, и выбегать тоже. Я могу, я все равно не дамажу. Так. Не поверишь, как у меня-то руки чешутся. Я сижу... Кайфую с этого. Короче, только КП за это получить не хочет. Как в руки будете закрывать надо? Тити как, значит, побегаешь, это как он называется, блядь, или Вилаша. Жди, кому лучше, то Тити как или Вилаша? Ну там это, самые ленивые, тыкайте по порталу-то. А, Тити как, а побегаешь, а сова под ебалом подстоит. А еще киса есть. Давай, киса тоже под ебалом. Вилаша с Титикакой закрываете. В приоритете вот тут сзади. А центр уже там РДД смотрите. Так что мне позакрывать? Ты под ебалом стоишь. Угу. Так, Титикака и Вилаша. Это два танка, которые закрывают. Но имейте в виду, если они там добежать не успевают, вы закрываете. Я смотрю там, блядь, на ком дебаф есть. Все от вас зависит. Не будете закрывать руки, сразу выпадемся. Я люблю ваши поезда, ребят. Очень. Так, ставлю рыбу. А, вон рыба стоит. Жрите. Что может? Это Геншин, ну ты шаришь, да? Первую, вторую пачку надо засчитывать прям в КД. На остальных похуй. Ну только когда адский удар идет, там еще можешь... 2-3 щитка дать, а потом просто пока ты дальше считаешь. Вообще первая, вторая пати, остальных пох. Машинисты, сука.
так давно не пытались. Пришел летом там на картошку. Рарник, тебе Симон пришел? Ну, пришел вроде. Ну, он АФК вроде. Угу. Все, первая, вторая пачка под ебалом. Где руки, вы знаете. Меня слышно, алло? Да, алло. Да. Сзади кто-нибудь закрывает руки? Два танка там. Да. Треугольник, треугольник, квадрат. Ну, смотрите по сторонам тоже, блядь. РДД, треугольник, квадрат. Вот и закрывает. Так, все готовы, написано. Первая, вторая пачка, сюда подходите. Бойт, я смешно, мне руки закрывать. Геншин Джуниор. Геншин, да, блядь, щитуй, забей хуй. Это, ну смотрите, давайте договоримся. Под боссом стоят, короче. Биг Дэм. Кто там еще, блядь? Ну и давай, короче. Блять. И два носка, короче, давай под боссом. Вы под боссом закрывайте, если что. Вместе с хилами. Хулипал. Хулипалы, короче, особо не парьтесь. Там бидон, там один раз забежишь, один раз друид. Один раз приз. Но по два раза не забегайте. Тогда весь бой под ебалом стоять или что тогда? Да не под ебалом, сзади. Закрывать, все, я понял. Закрывать под боссом, да, потому что люди, которые под боссом в квадрате стоят, если они будут, попадут в руку, и нужно будет вернуться под ебало, и он не успеет добежать до ебала, и будет 9 человек, и будет адский удар, и будет вайп. Это вкратце, если. Остальные там, блядь, я думаю, это... Ну и смотрите вообще, блядь, где руки есть, там закрывайте лучше. Вилаша куда-то уфнулся. Логаешься? Ну, эти надо с первого трая, блядь. Вилаша готов? Так, даю отчет. Совы нету. Да тут, я тут. Так а ты же должна в мире доставить. Так не со старта, я забегаю. Хуевая хрупкость на хистории. Откуда? Ты добежишь? Надеюсь. Доебала. Хистория. Да, я под лицом стою. Короче. Саня, закроешь? Блять, ну руки справа закрой. Я второй раз закрыл. Все, я больше не закрою. Бомжи, блять, сука. Ну одно тело. Уже нахуй надо тело, да? Чё, блять? По-нормальному вам хуй объяснишь, да? Закрывальщики хуевые, блять. Всё, пизду. Можете не резать нихуя, не надо никаких БРов нихуя. Блять, вы, блять, это пиздец просто, ребята. Я не знаю, просто нет слов нахуй, что, блять, вам сказать. Этот бегает, бьет босса. Вот просто как вы выглядите со стороны, блядь. Сказал, стоит Биг Дэм, блядь, стоит два носка, нахуй, четыре хила там стоят, закрывают. Хистория закрывает руку, блядь. Сука, ну встань ты левее, встань ты там, где она, блядь, не появляется, с левой ноги босса, блядь.
Ты прибежал, получил руку, прибежал второй раз, в нее встал. Ты что, блядь, тебя нет, там... я понимаешь, что? Я делаю блинк, типа, за спину. Я охуеваю, ну это круто, но так ты в другую сторону делай блинк теперь, в другой раз уже. И четыре человека, которые там стоят, они, наверное, столпились в тебе и думают, вот долбоёб, прибежал руки закрывать, блядь. Стоят, думают, блядь, ну на меня дебаф повесится. Дебаф повесится так, для справки, блядь, не на всех людей, которые там стоят в руке, блядь, а на одного, блядь. Не знаю, там, кто ближе к центру, наверное, этой модельки, блядь. Сказал, блядь, нахуй, два носка бегаем, закрывают руки в боссе, блядь. По итогу, история, блядь, бежит, закрывает. Те смотрят, второй раз челик бежит, ага, заебись, похуй, это рога, хули. Ложный выпад, походу, не прожал, блядь, и сдох, нахуй. Подъебало... Справа руки никто не закрыл два раза. Подъебало, блядь, 10 человек не перебежало, адский удар, вайп. ГЦ, блядь. Справа руки показать, где появляются, блядь? Или вы каждый раз забываете? Мы сюда каждую неделю ходим, если чё. Вот конкретно по никам сейчас буду назначать тогда, блядь. Пока вы ресаетесь там. Вот тут, где звезда, поставил, где звезда. Там до того, как лужа огненная появится, там руки будут появляться. Вот давайте. Эйя, бонсай. Вы туда блинкаетесь, если там появляются руки. Потом вот тут под боссом. Если что, под боссом, это где кружок. Появляются руки. Это закрывает Биг Дэм, два носка, блядь. Потом вот тут появляются руки, блядь. Тут вот локовские порталы стоят. Потом в центре появляются руки. Это один танк стоит. Один из двух танков. И еще вот тут появляются руки. И вот тут еще появляются руки. Вот. Два танка либо в луну квадрат бегут, либо треугольник квадрат, блядь. РДД у вас вот ромб под боссом, центр и звезда. Когда лужа разлилась в звезде, от звезды до луны лужа, блядь, тогда уже там не будет рук в звезде 3D-метки. Дети, Тикака там. Сука, еще раз объясняю. Если вы не закрываете руки, если вы вздыхаете, не бегите туда, во-первых, с дебафом, это раз. История, телепортируйся куда угодно, только не в руку, блядь. И ты и второй раз не закрывай. И вообще, блядь, в руку не попадай. Там люди стоят, там 15 человек, блядь, полрейда. Если не закрываются руки, в звезде в частности, если не закрываются. А еще бывает, нахуй, полрейда стоит в центре, в треугольнике, бьет босса. Думают, топ ДПС дают. А в ромбике рука появляется и вайпается рейд. Блядь, если вам интересно эту хуйню выслушивать каждый раз от РЛа, блядь, что вы такие хуёвые, блядь, то, пожалуйста, продолжайте в том же духе. Но я вам, блядь, советую. Лучше забудьте про свой ДПС, закройте ебаные руки, и мы убьем этого босса за 5-6 минут. Сколько раз еще может, блядь, вайпаться на этой хуйне? Рыбу? Вот рыба. Не заслужили. Она. Блядь, что-то не ставится, сука. Походу, я еще не заслужили. Сейчас поставлю. А, все поставили. Это был обучающий пул, блядь. Следующий пул, пиздец. Следующий, да здравствуй, ГП. Даю отчет. Как перестать искать на сове внутренний огонь? Сразу Геру давайте. Ну, блядь, как на собаке двигаюсь.
хиль хорошенько, бидон там, щит на мне висит, щит земли, блядь, чуть не вижу. Три мага без дебафа, вижу. Давайте, чтобы кто-то один хотя бы следующие руки закрыл. У ромбика руки. Закройте в ромбике, я не могу. Маги, работаем. Я закрыл уже. После этого ошеломляющего за спину идете. Три мага до сих пор без дебафа. Не уроните его, да? Вернулись, вернулись. Подъебало, возвращайтесь. Чё такая-то хуйня была? Да кто-то выбежал, пиздец. А, будем считать, повезло. Два носка и я без дебафа. Если что, блин, я только что прыгал, блядь, центр. Не, я имею в виду, если что, готовьтесь. Хорошо. Рупером, а вижу. К тому, да, чтобы... к тому, чтобы не это, не прохлаждались там. Не то, что обязательно закрыть, а то, что вы можете закрыть. Если вдруг вайп будет, то я скажу, блядь, это вы. Ну, а будет съебаться, да? А, не, пока, не, пока 90 еще. Пока под имбалом стоим. Руки. Я ром закрою. Еще один. После этого за спину. Идите за спину. На руки закройте все. Я не могу, я под эффектом. Закрыл ром. Так, подъебало, быстрее, 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 быстрее. Не успели. Сейчас отверну на адский. И опять подъебало. Прохиливаем сейчас рейд весь. Руки. Не успели, 10-й человек, кто-то добежать не успел, блядь. Сейчас будем лутать дома. Утрусу. Так, под этот Буребай готовь массакру под следующий удар. Давай массакру, Буребай. Почти вовремя. Он ставь тотем Геншин Гимноману. Эй, Саня, наверное, ты без дебафа, давай, да? Давай массакру, я, наверное, массакру. Я закрою. Луда там по Эйновену залей, Инр. Около меня руки закройте, у меня эффект. И бонсай без дебафа, так что смотрите по сторонам. Маска уж тоже скинулась. Будет еще один удар и уже за спину пойдем. Сейчас еще один ловим. 97, 98. После этого сразу за спину. Готовимся. За спину. Еще одни руки закройте рядом. Закрыл, закрыл. Рядом руки, блин. Возвращаемся.
Луда ресерарника. Сразу каску лапы пристабав по нему. Лапу дал. Локи, ромб, поставьте ТП. Чтобы закрыть. Закройте ромб. Короче, дал сейф. Понял. Вырубай, что у тебя массакра откатилась, нет? Я могу дать массакру. А, в принципе, пока не надо, да? Пока нормально. Эй, я и бонсай, смотрите, еще закрывайте следующие руки. В принципе, два ляма добьете. Вот так лучше, чем, блядь, вайпаться нахуй. Лучше так, блядь. Как бы это ни было хуёво. Кто-то там не подпсил. Ну, принял. Кто у нас будет сливать? А я что-то не знаю. Её, блядь, говорят, штук 5-6 надо одевать всему рейду, чтобы, блядь... Проще не, пора. Они сами по себе тоже полезные, просто если они у нескольких человек в рейде, то там дебаф не спадает с босса вообще. Вот сколько их надо, таких людей? Хотя бы 3-4 человека. Сам по себе эта штука сама по себе, она классная. Детектор. Ну, кому классное, забирайте, чё. По привору, что там получается. Цели понять не могу, если честно. Что он дает? Виктор. СПДшку. А ты бери, узнаем. Ну я не успел так. Так, Войт, я на мейна и в ту гильду. Покатилась. Ага. Пойду гляну, что там как. Там беседе. Скорость, меткость, это распыл. И печать. Так, по приору у нас тыкает Вихторка. Так, сейчас дам ЕП. Всё.